Что касается вопроса о французских инструкторах, у меня есть основания полагать, на сей счет немало конкретных фактов, что они на Украине уже работают. Кем бы они ни значились, военнослужащими вооруженных сил Франции или являлись бы просто наемниками, они представляют собой абсолютно законную цель для наших вооруженных сил. Смотрите, здесь дело в том, что у любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов. Мне не важно, они французские или не французские. И в данном случае мы продолжаем специальную военную операцию в соответствии с теми целями и задачами, которые были сформулированы Верховным главнокомандующим.